Ну что ж, друзья, вы ждали, мы обещали, и мы начинаем. Давайте встретим вашими бурными аплодисментами народный артист России Алексей Козлов и легендарная группа «Арсенал». Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, мы сегодня начнем с инструментальной музыки. Вы сейчас услышите пьесу Джулиана Кенненбола Эдера, известного американского альтсаксофониста, которая называется «Inside Straight». We'll be right back.
номер. Очень популярная когда-то песня забытого давно музыканта, которого звали Роберт Палмер. Это был британский музыкант, который принадлежал семье рабовладельцев, которые когда-то завоевали Индию. И они построили, будучи очень богатыми еще в те времена, на острове Мальта особняк, где он родился и вырос. И ему не разрешали вообще ни с кем не связываться, но он все равно он позвонил, да, достал себе мобильник, позвонил и обнаружил, что существует музыка такая, как джаз, рок, причем развитая. Он моментально все бросил и в Англии создал собственный коллектив. И вот сейчас мы исполним одну из популярнейших его мелодий, которая называется «Happiness». Итак, памяти Роберта Палмера «Happiness». With your heart, take a chance.
chance on happiness. Subsequent back to the start. Put your racers to the test. Сейчас вы услышите композицию, которая стала легендарной как в Советском Союзе, так и за рубежом. Ее когда-то написал Джон Маклафлин, английский гитарист, который съездил в Индию и там познакомился с учителем Шри Чинмоем, который и дал ему имя Махавишну. А еще он исполнил его, напел такую древнюю индийскую мелодию, которую Махавишну немножко переделал, и образовался хит мирового масштаба, который называется «Корни лотоса». Вот сейчас мы ее исполним, эту пьесу. Da 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 da.
сейчас мы исполним композицию Джо Заменова, моего любимого композитора. Я немножечко перепутал. Оказывается, мы сейчас исполним сначала песню замечательного итальянского певца Джино Ванелли, которого забыли вообще многие, но это был настоящий автор, который приехал из Канады, из итальянской семьи, сам овладел всеми синтезаторами, гитарами и занимал первые места уже в популярных хитах Соединенных Штатов Америки. Потом его как-то постарались от него избавиться. И он вынужден был уехать в Европу. Но мы-то про него помним. И сейчас прозвучит один из его популярнейших хитов, который называется «River Must Flow» – «Река должна течь» в памяти Джино Ванелли. We'll be right back.
исполним композицию моего любимого музыканта, его звали Джон Заменоу. Он создал необыкновенный стиль, который, в общем, это такой world music. Он создал его гениально, потому что все остальные джазовые стили приходили когда-то, и диксиленд, и свинг, и бибоп, и хардбоп, они останавливались в своем развитии. И вот он придумал так, чтобы ничего не останавливалось. Придумал такой синтетический стиль, где все можно использовать, то, ну, по-разному. Меняя и темпы, и стили, и туда ввел и песни, и даже танцы. Это был гениальный человек. И вот сейчас вы услышите один из его хитов, который называется «Mercy, Mercy», где он обращается к Господу и просит у него прощения и помощи за совершенные грехи. Это очень актуальная сейчас тема. Итак, Джо Заменоу, «Mercy, Mercy Me». Shoot it down! Oh, what would you do?
door get da 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 Пора объявить вам, кто же сегодня перед вами выступал, имена участников ансамбля «Арсенал». На бас-гитаре Евгений Шариков. На ударных инструментах Эдуард Петрухин. На клавишных и синтезаторе Юрий Погиба. Марк Юсин, наш вокалист и гитарист. Ну и, конечно же, Алексей Козлов, руководитель ансамбля «Арсенал». Take out old Halle Bay.
Riders on a storm. Riders on a storm. Killer on the road. Killer on the road. Не бойтесь, мы с вами. Killer on the road. Убийца на дороге. Не бойтесь, мы с вами. Еще! Еще! Браво!